Всем привет! Вы на канале Эрик Антона. Ну что, сегодня очередное поражение от какой-то команды под названием Торпедо Москва в 4-м дивизионе. Шансов выйти в третий маут, тут уж хотя бы задержаться. Да, посмотрим яркие моменты игры. Их было немного, удаление... Ой, пенальти, конечно, немножко подбил, да? Пенальти испортил игру. После него отыгрался, но потом пропустил такой нерадарный гол. Тут рядом малыш Александр. Вот, нестандартный гол такой пропустил, блин. Обычно такие не залетают, там то ли он навешивал, то ли пробил. Я до конца так и не понял. Ну, в итоге получился навес. На дальний гол головой, сейчас вы увидите его. Это пенальти. Тут пытался по направлению головы угадать, но не получилось. Переиграл меня. Гол получился у меня случайным, потому что я там вообще давал передачу на другого игрока. Штанга, да, вот эта штанга. На другого игрока хотел дать передачу, получилось на того. Вот мне чуть не зашел мячик, тоже близко со штангой. Вот был хороший, ну да, такой момент, не самый хороший. Ну хотя бы створ можно было здесь пробить, но пробил мимо, блин. Дембеле. Вот хороший момент, и Эшли Коу прошивает вратаря. Гол! Они догнали соперника. Ну а вот гол мне, смотрите, вот думаете, что это удар на вес, каким-то с носком, и гол. Ну все, до новых встреч, подписывайтесь на канал.